Друзья, всем привет! Я начинающий куровод. Наступила осень, наступили холода, дожди, слякоть. И позаботиться о здоровье курочек я решил народными средствами. Я выбираю в сегодняшний день хрен. Это зелень хрена, которая богата витамином С, витамином группы В, жирами, белками, минералами, кальцием, фосфором. В общем, много-много-много полезного в хрене есть. То есть я не пошел, как мои, допустим, знакомые некоторые соседи или там друзья, коллеги, они пошли в аптеку, купили там необходимые препараты химические и начали поить своих курей. Ну и поэтому вся эта химия попадет в яйцо, а потом яйцо попадет к ним в желудок. Ну и понимаете, чем все это кончится. Так вот, друзья, самое природное, самое полезное средство – это хрен. Мы берем с вами, отделяем зелень от корня. Корни мы не выкидываем. У меня на своем участке хрена нет, я накопал. Теперь я эти корни посажу. Вот таким образом обрежу. Верхушки посажу, корешки перекатаю, перекручу на мясорубке и сделаю себе такую вкусную закуску к мясу, да к любому блюду подойдет. В общем, это мы с вами будем сажать, или я буду без вас сажать, потом вам показывать. Вот, а берем мы эту зелень. Мелко измельчаем топориком, ножичком, кто как. Ну, некоторые могут так повесить веником. Я предпочитаю рубить топором. И куры это очень хорошо едят. Сейчас я вам покажу. В общем, это здоровье ваших курей. А отсюда будет и яйценоскость, и падежа кур практически не будет. Так что, друзья, прислушайтесь к моему совету. Давайте, я вам рекомендую хрен вашим курочкам. Курочки, как видите, с удовольствием поедают рубленый хрен. Тем самым обогащают свой организм витаминами группы В, витамином С. А витамин С, как мы знаем, влияет и отвечает, и даже регулирует иммунитет кур, птиц наших. Так что, друзья, отказываемся от химических пропоек, переходим на хрен. Также можно чеснок, лук. Друзья, вот я отделил зелень от корней у хрена. И у меня получилась такая вот большая копнушка зеленой массы. Чтобы эта зеленая масса сразу у вас не пропала, а куры, допустим, могут все сразу не скушать, а просто перетоптать, ну потому что реально такой можно наесться массой, я вам рекомендую сделать вот такие вот небольшие заготовки, вот такие вот пучочки хрена. Можно, в принципе, любой зелень, но поскольку мы сейчас с вами о хрене говорим, то делайте хрен такими небольшими веничками, подвешивайте их где-то под навесом, ну, чтобы это была тень, чтобы не попадали прямые лучи солнца. Значит, сушите венички такие, и уже в зимнее время года, примерно раз в неделю, вы будете давать такую витаминную подкормку своим курам. Давать очень просто. Вы будете делать на крупорушке дерть или комбикорм, кто как называет. И туда же, в эту крупорушку, я опускаю сушеные листья хрена, сушеные листья крапивы. В общем, разные полезные травы. Добавляю все это в сухой корм курочкам, смачиваем водичкой. Все это склеивается, и как бы куры удобным образом все это поедают. Такие вот минерально-витаминные подкормки будут зимой у наших кур. Ну а в дальнейшем, чтобы облегчить труды, связанные с куроводством, я вот эти вот корни хрена, видите, какие они шикарные, вот тут есть прям огромный, у него тут прям вот развилка такая тройная. В общем, я эти корни решил посадить по меже, где мои курочки гуляют. Сейчас я вам подробно все расскажу. Вот сейчас хорошо видно, вы видите, граничит сетка, там у меня слева выгул, справа как бы огород. И вот здесь по меже, рядом с сеткой, я посажу хрен. Вот так вот. Здесь и пошел. Тут длина у меня там 8 метров выгул у курей. Посажу, допустим, через каждый метр по корню хрена. И в дальнейшем весной начнут расти молодые листья, молодые побеги хрена. Куры будут через сетку аккуратно понемножку клевать этот хрен. То есть они его не вытопчат, они его не раскопают лапами своими, не затопчат. То есть все будет хорошо, курочка подошла, покушала пару листиков, сколько считает нужным, пошла дальше. И таким образом будет получать естественным образом витамины, минералы, полезные жиры, белки и прочее. Друзья, до скорой встречи, всем пока!